Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Studijā Aidis Tamsons. Šīs dienas Krustpunktā lielās intervijas viešņa raidījumā pirms dažiem gadiem jau viesojās. Toreiz viņa nesen bija pārcēlusies uz Latviju, līdz atvedot arī virkni citu Krievijas žurnālistu pēc piedzīvotajām grūtībām godprātīgi darīt savu darbu Maskavā. Toreiz tika nolemts izveidot redakciju Rīgā, lai jau no šejienes nodrošinātu lielās kaimiņu valsts iedzīvotājs ar neatkarīgu un objektīvu informāciju. Atceros arī toreiz viņa sacīja, ka cer uz pārmaiņām savā dzimtenē, lai varētu atgriezties un turpināt darbu tur. Ir pagājuši vairāki gadi, un nu, izskatās, ka tā situācija ir kļuvusi tikai sliktāka. Pirms mēneša parādījās ziņa, ka redakcija cīnās par izdzīvošanu, jo nu, Krievijas varai ir iespējas ietekmēt viņus arī šeit, Latvijā. Par to, kas tad notiek blakus esošajā lielvalstī un kādas vēl ir palikušas iespējas neatkarīgai žurnālistikai tur. Krustpunktā pirmdienās lielās intervijas viešņi šodien ir portāla Medūza ģenerāla direktora Gaļina Timšenko. Dziņi dobrīvam! Dobrý deň. Я рад вас опять видеть в нашей программе. Где-то месяц тому назад нас достигла новость, что вы боретесь за выживание. Какая сейчас эта ситуация? Продолжаем бороться за выживание. Что это значит? Почему такая ситуация? Российское министерство юстиции объявило наше издание иностранным агентом. Это организация, которая действует в интересах недружественных стран России. Догадайтесь, какие страны мы считаем недружественными. Вот. Значит, сразу после этого, надо сказать, что мы первая коммерческая организация, которую объявили иностранным агентом. Вот. Сразу после этого мы лишились основного источника нашего дохода – это реклама. Это была и баннерная, и нативная реклама. Наши рекламодатели не захотели проблем, и мы их понимаем. Как бы сражаться с российским государством – это тяжелая история. Вот, бизнес любит тишину, бизнес любит спокойствие. Бизнес не любит конфликтов и скандалов. Мы лишились практически всей своей выручки, и в этих условиях хотели уже закрыть наше издание, но редакция решила немножко побороться за жизнь. Вот. А поскольку у нас не стало рекламодателей, но у нас есть много читателей, вот, то для нас это был такой своего рода вызов проверить, а действительно ли у нас так много читателей, что мы сможем какое-то время продержаться. Мы обратились к читателям со словами: у нас больше нет рекламодателей, но у нас есть вы. Если вы считаете, что, или вы хотите нас читать, поддержите нас, пожалуйста. Вот. И 85 тысяч человек сказали: мы готовы поддержать вас, пусть даже очень небольшой суммой, но мы готовы перечислить вам деньги, чтобы вы жили. Вот. Таким образом, мы выиграли сколько-то времени для того, чтобы решить, как быть дальше, как перегруппироваться и как выживать в дальнейшем. Это не плата за... Ну, то есть это не абонентная плата, это просто как пожертвование? Это просто пожертвование, да. 85 тысяч все-таки людей, да? Да. Ну и на какое время вам хватает такая... Но, к сожалению, нас слушают не только хорошие люди, но и плохие. Мы пока, к сожалению, не можем. Мы написали письмо нашим читателям с благодарностью, но внутри редакции мы решили, что мы пока не можем обнародовать эти суммы, потому что, к сожалению, есть люди, которые очень хотят, чтобы нас не было. Вот. Все, что я могу сказать, мы выиграли немножко времени для того, чтобы перепридумать, как мы будем жить дальше. За то, что они хотя бы таким образом вас поддержали, за это у них санкции не грозят? Пока нет. Пока закон не предусматривает никаких санкций за финансовую поддержку. Но вот если нас признают экстремистами, тогда да. И такая возможность тоже есть? Ну, всегда российское государство, к сожалению, умеет принять какой-нибудь очередной закон, который имеет обратную силу.
Вы готовы были к такому повороту событий? Да, да, готовы. Ну, мы, если говорить, конечно, немножко самонадеянно говорить, что готовы, на самом деле все равно нет. Просто мы с главным редактором «Медузы» Иваном Колпаковым где-то месяца за два, за три до того, как это случилось, мы сели и расписали возможные сценарии, что с нами будет. И вот этот сценарий был номером два. Первый сценарий был так же, как и сейчас. Здесь не очень хорошо, здесь не очень хорошо. Здесь поджали, здесь внесли в какие-то списки. Но вот это был сценарий номер два. И, в общем-то, из многих российских медиа, мы, выходящих внутри России и на русском языке, я имею в виду, мы, в общем, наиболее подготовлены к этому были. Но, тем не менее, невозможно быть к этому все равно готовы целиком. Как вы считаете, есть вообще будущее сейчас в России такая независимая журналистика? Вы знаете, я, как бы сказать, буду, наверное, прозвучу нелогично, но тем не менее есть. Понимаете, журналистика жива ведь не тогда, когда жива индустрия печатная, а пока есть люди, которые хотят этим заниматься. Мы живем, слава богу, в 2021 году. Мы живем в 2021 году и в 21 веке, когда возможности распространения свободного слова никак не зависят от желания властей. Всегда есть интернет, есть множество платформ, и очень много независимых журналистов работают вообще в одиночку, да, как стендалоун-блоги, или на независимых платформах, или на крупных платформах, таких как YouTube, например. Вот. Поэтому самое главное, чтобы были люди, которые хотят этим заниматься, и возможность достучаться до аудитории. Пока эта возможность есть, значит, живая журналистика. Но, то есть, то, что вы говорите, в принципе, означает даже то, если «Медузы» не будет, в каком-то образе, я понимаю, ваше желание есть, и, то есть, да, конечно, работать конечно будет, если не так, то по-другому. Мы постараемся, да, мы постараемся в любом случае не уходить из внимания, из зоны внимания читателей. Вы уже разрабатываете эти резервные сценарии? Мы уже их воплощаем, мы избавляемся от всех сайд-проектов. Ну, например, мы отделили студию подкастов. Это была наша, в общем, моя личная гордость, потому что я ее запустила. И мне было очень приятно, что у нас была большая линейка подкастов, в том числе и про Латвию, например. Вот. Это мой любимый подкаст, который назывался «Лаби». Вот. Мы запустили линейку подкастов, и сейчас мы их выделили в независимую студию подкастов от нас. Они могут жить без клейма иностранного агента, они могут зарабатывать деньги самостоятельно, поэтому мы, в общем, сделали их независимыми от себя. Точно так же мы отделили проект Катерины Гордеевой «Скажи Гордеевой», это YouTube-шоу, интервью с значимыми людьми, в основном с женщинами, которые влияют на жизнь внутри России. Мы выделили YouTube-шоу Антона Долина, «Радио Долин», которое посвящено культурной повестке. Он как культурный обозреватель работал. Вот. И, в общем-то, на самом деле мы избавляемся сейчас от всех проектов, которые так или иначе не основной продукт, не новости, не общественно-политическая повестка. Ну и насчет, если надо будет, или если есть ну, работать сейчас как в интернете, как новости, у вас сколько вы можете делиться своими планами, или эти тоже, потому что вас прослушивают? Ну, мы, скажем так, мы сделаем все возможное для того, чтобы сохранить общественно-политическую новостную повестку и отдел специальных корреспондентов и расследования, которые, собственно, наша гордость. Немножко вообще про то, что как было последние года. У вас аудитория сохраняется, растет, падает? Она росла, и во время в ковидный год она начала стагнировать объем аудитории. Но мы испугались, но, к счастью, это не только у нас. Это вообще независимые, ну вообще, я не знаю, как другие медиа, но мы посмотрели по независимым медиа. Снижается аудитория практически у всех в ковидный год. Люди очень устали от новостной
и тяжелой повестки. Этот ковидный год, к сожалению, привел к снижению общего интереса к общественно-политической повестке и слишком много плохих новостей. Люди не очень любят это. Тогда вам надо больше про хорошего. То, что касается хороших новостей, мы провели такой эксперимент. Наш Инстаграм Медуза Про, он как раз объявил своей стратегией эмоциональную поддержку читателей. И вот они растут сумасшедшими темпами. Там 1 000 000 подписчиков. Вот, и хорошие новости. Так может быть, вот, может быть, в России... Доброта и милота. Да. В России ситуация с ковидом хуже, чем в Латвии? Да. Да. Только об этом не говорят, я думаю, в официальных медиа. Да. Только об этом не говорят. Ну, говорят, но не все, не всегда. И когда ты говоришь об этом в открытую, то, например, так же, как Медузу, некоторые сенаторы или некоторые депутаты Государственной Думы хотят внести нас в список людей, которые вредят стране, потому что, согласно официальной официальной политике, Россия первой победила COVID, если вы не знали. Ладно, еще немножко про аудиторию, чтобы не кидаться туда-сюда. Какая, например, сколько у вас читателей? Я могу сказать на сегодня, но в принципе сегодня у нас месяц не закончился. Но давайте будем говорить от 12 до 15 миллионов в месяц. Это для России много? Ну, чтобы у нас латышей было. Это для России, но это один из крупнейших новостных сайтов в России. Вот. В то же время у вас же есть все-таки еще некоторые медиа, которые также обеспечивают независимую информацию. Конечно. Там конечно. «Дождь», «Настоящее время», еще, наверное, другие. «Новая газета». «Новая газета», да. Как вы как-то содействуете вместе? Да, конечно. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов 2 года назад попросил меня принять участие в создании так называемого «Синдиката 100». «Синдикат 100» — это 100 независимых изданий России, которые объединяются в свободную ассоциацию и помогают друг другу и публикациями, и обменом информацией и так далее. Правда, сейчас пока не 100 их, а 40, но 100 — это наша цель. Вот. И мы регулярно обмениваемся информацией, помогаем друг другу. И вот в нашей ситуации наши коллеги из регионов помогли нам, распространяя информацию о том, что Медузе нужна помощь. И мы публикуем. И тогда, когда мы собирали данные по COVID в России, региональные коллеги нам помогли, да, мы работаем вместе. Это не конкуренция? Нет, это не конкуренция. Вы понимаете, в российских условиях... Конкурировать на нашем рынке есть некоторые обязательные условия для конкуренции. Мы конкурируем за время и внимание читателей, это валюта нашего рынка. Вот. И мы конкурируем за рекламные бюджеты. Но все-таки рекламный рынок России гораздо больше, чем мы можем освоить на сегодняшний момент. Поэтому пока это не конкуренция, а сотрудничество. Правильно, мне кажется, что ситуация в России вот с информацией, особенно в журналистике, она становится все-таки хуже. То есть давление со стороны давление России. Растет. Почему? Давление растет. Почему? Россия взяла курс на самоизоляцию, Россия взяла курс на черно-белый мир, на биполярный мир. Хорошие мы, плохие они, это давно уже довольно-таки. Вот. Кроме всего прочего, в России за последний год произошло несколько региональных, довольно крупных протестных движений, как, например, в Хабаровске, в Екатеринбурге, на севере, там, где планировали построить гигантские мусорные полигоны. И, как мне кажется, власти довольно сильно испугались региональных протестов и начали довольно жестко закрывать информацию сначала о них, а потом случились протесты в Беларуси, а потом случились протесты в связи с попыткой отравления и с возвращением Алексея Навального и с тем, что его посадили в тюрьму. Вот. И, собственно, вот этот вал протестов, в том числе не только в столицах, довольно сильно напугал власти.
Кроме всего прочего, в этом году у нас выборы в Государственную Думу, а дела у «Единой России» не так хороши, как им хотелось бы. Вот, вот все это комплекс целых причин, по которым давление на журналистику, конечно, усилилось очень сильно. Но смотря в то же время на реакции общества, кажется, что общество не особенно волнуется об этом. Мы не видим. Откуда вы знаете о реакции? Ну, потому что, ну, если бы хотя бы сравнить, что мы видели в конце прошлого года в Белоруссии и то, что происходит, например, в России, ну, не сравнить. В чем дело? В Белоруссии, в этом случае, это был Минск, это были акции, которые транслировались везде. А много ли вы интересуетесь протестами в Хабаровске, которые шли почти полгода? Mm-hmm. Это 3000 километров от вас или 7000. Я уже, честно говоря, не помню, сколько. Это очень далеко. Вот. И я не думаю, что это привлекает большое внимание. Или в Екатеринбурге, или, например, на севере в Мурманской, Архангельской областях, где огромные по тамошним меркам, если смотреть, сколько там живет население, это длительные, тяжелые протесты, связанные с тем, что Москва хочет строить там мусорные полигоны и сделать русский север помойкой. Mm-hmm. Вот. И местные активисты протестуют долго и тяжело. Или, например, разлив, совершенно кошмарный, токсический, экологическая катастрофа, которую устроила Норильский никель. Все, что мы знаем об этом, то, что Норильский никель заплатит самую крупную в истории России компенсацию. Вы понимаете, какой ущерб был нанесен природе и людям этим разливом химических веществ? Просто, к сожалению, ведь люди черпают достаточно большое количество информации из российского телевидения, которое об этом не говорит. Но, например, арест Навального никаких особенных, ну, по крайней мере, тех ожидаемых протестов, которые многие говорили, не было. Я не знаю, а чего вы ожидали? Ну. Чего вы ожидали? Вышло на улицы десятки тысяч человек по всей России. Более 100 городов участвовало в протестах. Разве это мало? Ну, кажется, для России, которая там многомиллионное государство, нет. Да, многомиллионное государство. Вы понимаете, что за последние 10 лет было принято очень много законов. И то, что люди вообще выходят, то, что люди не боятся выходить, это уже подвиг. Это уже очень смелый поступок. Потому что, ну, вы понимаете, то есть, например, вот у меня наши корреспонденты работали на всех протестах. Они были в специальных жилетах, со специальными бейджами, со специальными редакционными заданиями, с пресс-картами. И тем не менее, трое из них были избиты. Потом они пошли, были задержаны, пошли в суд и были оштрафованы. Несмотря на наличие всех документов, несмотря на выполнение всех требований. И это люди, которые были в ярко-желтых жилетах с названием пресс. А людей избивают, бьют жестко. И перед тем, как были протесты, к людям приходят домой и выламывают двери. И в 7 часов раздается, или в 6 часов утра раздается звонок, тебя увозят в управление внутренних дел и проводят с тобой так называемые разъяснительные беседы, предупреждая активистов о том, что нельзя выходить и так далее. То есть на самом деле репрессии идут полным ходом. Мы просто очень плохо об этом знаем. Ну, и вы не должны знать, это наша повестка, это не ваша повестка, слава богу. Вот. Но, тем не менее, репрессии идут полным ходом, и людям очень тяжело даются любые протесты, даже самые мирные. Последние протесты были за Алексея Навального, когда люди требовали пустить к нему врача. Ни одной урны не было перевернуто, ни одного стекла не было разбито. Люди вышли и мирно протестовали, требуя допустить врачей к больному человеку, который держит голодовку третью неделю. Всего-навсего это были гуманитарные требования. Больше 1000 человек было арестовано. И все их дела сейчас в судах, и они все будут оштрафованы. Оправдательных приговоров по таким делам практически не бывает. Поэтому, смотря с чем сравнивать, если мы будем сравнивать с 91-м годом, конечно, это маленькие протесты. Если мы посмотрим, в какой обстановке живет страна в 2021 году, то, что люди выходят, и выходят десятки тысяч, это правда много. В такой ситуации есть ли вообще надежда на какие-то перемены? Вы знаете, у меня надежды нет, но это не повод опускать руки и не делать свое дело. Выполняй свою работу, а дальше будет, что будет. Ну, хочется же результата. Нет. Нет?
Результата нет, конечно. Ну, какой может быть результат? Ну, что вы? Ну, как бы мы, вот у нас результат такой, если так смотреть, то мы все когда-нибудь умрем. Ну, значит, наверное, зубы чистить не нужно. Вы это делаете, потому что это как-то ваша миссия, обязанность? Ну, почему? Почему вы делаете конечно, то, что делаете? Ну, конечно, это наша профессия. Ну, как бы это наш свободный выбор. Мы хотим заниматься. Профессии можно менять тоже? Нет, вы знаете, мы как бы решили, что мы пока можем, мы будем этим заниматься, просто потому что мы в 2014 году начали это издание ровно для того, чтобы сохранить себя в профессии и попытаться сохранить профессию для себя, вот, в том числе. И как бы, опять же, те люди, даже те люди, которые нас читают и не могут нас поддержать деньгами, а это сотни тысяч, миллионы людей. Это стоит того, чтобы работать, конечно. Но когда-то же какие-то перемены будут в России. Это тоже ясно. Конечно. Ну, понимаете, конечно, ясно. Потому что, ну, как я говорю, что на борьбе с прогрессом цивилизации рушились. Это невозможно. Бороться с прогрессом и с течением времени невозможно. Это глупая борьба. Но есть некоторые очень упертые люди, которые пытаются бороться с ходом истории. Это довольно забавно наблюдать. Другое дело, что это время нашей жизни. Но, конечно, будут перемены. Конечно. Вы думаете... Только вы знаете, еще есть такое знаменитое стихотворение Николая Некрасова, написанное в XIX веке, которое заканчивается только вот жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Вот, кажется, в последнее время у меня какое-то такое настроение, но это мое. Но когда мы в прошлый раз с вами встречались несколько лет назад, у вас такое настроение не было? Ну да, тяжелые времена настали. Все-таки по сравнению с тем, что было 5 лет назад, сейчас ситуация в стране очень тяжелая, и законы, которые были приняты за это время по ограничению свободы слова, по ограничению прав и свобод граждан, ну, например, мы вот сейчас прекрасно понимаем, что начался процесс, и через месяц, скорее всего, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального будет признан экстремистской организацией. А это означает, что Алексей Навальный из оппозиционного политика превращается в главу экстремистской организации и получит свои 10 лет тюрьмы. Вот. А люди, которые давали ему деньги, не смогут избираться даже в муниципальные органы власти. Вот. И в этом смысле Дума нарушает даже конституционные как бы основы, давая обратный ход закону. Но тем не менее, ну да, к сожалению, сейчас ситуация ухудшается, как бы мрак сгущается. Ну, ничего, посмотрим, когда-нибудь это закончится. Но то, что вы говорите, в принципе, означает, что вы думаете, вот Латвия сейчас станет вашим вторым домом, ну, на всю жизнь. Где-то так. Я ничего не могу планировать. Я не планировала 6 лет назад. Мы говорили себе, что мы приехали сюда поработать. Если вы помните, мы так говорили о том, что мы приехали сюда поработать. Сейчас, конечно, становится очевидным, что возвращаться нам некуда. Вот. Но посмотрим. Не знаю, я стараюсь не догадывать. Вот. День прожили, спланировали накапки. Знаете, я была 2 года назад или 3 года назад уже, я была на прекрасном фестивале, который назывался Aspen Ideas Festival. Есть такое издание The Atlantic. И издатель этого журнала, значит, собирает такой фестиваль идей. Вот, он сам выступал на открытии этого фестиваля и рассказывал про свой тяжелый жизненный опыт. Он был известным радиоведущим в Америке, потом потерял голос на 10 лет совсем и лишился своей профессии. Вот, у него был рак, и он тяжело очень болел. Вот, и он говорит, что я вывел ну, вот только одну важную формулу, что когда наступают тяжелые времена, нельзя планировать надолго. Нужно самому себе сказать, вот я смогу так выдержать вот такую жизнь день и жить этот день как последний, и потом следующий день. То есть мелкие кусочки легче глотать. Нужно нарезать свою жизнь на более мелкие кусочки. Если мы говорим про будущее и все-таки какие-то перемены, что
ну, как бы будет инициативой, началом этих перемен, то, что люди все-таки какое-то время не выдержат и восстанет, и то, что просто власть, не знаю, простите, Путин умрет, ну, что-то так. Вы знаете, никто не знает, на самом деле, что может быть триггером перемен, да, то есть причины, понятно, причина всегда одна, раскол элит и новое поколение, которое требует участие в общественной и политической жизни. Так всегда бывает. Вырастает новое поколение, которому тесно становится в отведенных ему рамках, которое требует себе больших прав, больших свобод, большего участия в жизни. И раскол элит, который так или иначе должен произойти. Это то, что касается причин. А если говорить про триггер, про то, что может послужить спусковым крючком, что угодно, несправедливый приговор – или итоги выборов, как это было в 2011 году, или как это было в Беларуси точно так же, да, наглая фальсификация выборов. Может быть, все что угодно. Другое дело, что глубинные причины всегда одни и те же. Геронтократия, да, люди, которые засиделись у власти, у которых нет новых идей, и которые хотят сохранить эту власть любой ценой. Они не хотят сменяемости власти. И рано или поздно это приводит к тому, что происходит социальный взрыв. Вы думаете, президент Путин будет у власти до конца жизни своей? К сожалению, я думаю, да. Я думаю, что они постараются удержать власть любой ценой. И люди с этим как-то смирятся? Ну, если мы задумаемся, то поймем, что сейчас Путин находится у власти дольше, чем находился Леонид Ильич Брежнев, который, как вы знаете, просто стал, как бы сказать, таким символом долгого нахождения у власти в абсолютном маразме. Да? Вот. Ну, как бы Путин уже дольше правит, чем Брежнев. Ну, и люди, ну, во время Брежнева люди посмеялись, ну и что, ну ничего. И вы так знаете, и здесь... сейчас тоже начали смеяться, и это то, что меня обнадеживает, потому что до тех пор, пока боятся, ничего не происходит, когда уже начинают смеяться, они не боятся, потому что официальная кличка у него теперь дед, дед там с ума сошел, вот. И как бы это нормально абсолютно. Человеку почти 70, но пора задуматься. И все-таки я слышу до сих пор все время одно и то же. Ну, пока Путин, хотя бы мы знаем, ну, нравится, не нравится, но стабильность. А когда он уйдет, кто его знает, будет только хуже. Эта мысль все же живет. Знаете, конечно... Конечно, живет. Конечно, людям хочется стабильности, всем хочется стабильности. Но мы же прекрасно понимаем, что стабильность – это стагнация. Вот течет до Угава, да, довольно быстро течет. И там, где как бы течение останавливается, там что? Там все зацветает и закисает, и потом начинает гнить. Там, где идет течение, где все меняется, там идет какая-то жизнь. Да, очень хочется, чтобы была стабильность, но в жизни так не бывает. Но вы допускаете, что если что-то произойдет, то есть смена власти, ну, кто его знает, да, как вы говорите, президент уже не новый, молодой, что может эта перемена быть очень такая, не знаю, жестокой, кровавой, хаотичной? Вы знаете, я не знаю, честно говоря. Мне просто кажется, что да, такое возможно, очень хочется этого избежать. И очень хочется не быть свидетелем этого. Но это не от нас зависит, к сожалению. Это не от нас зависит. Понимаете, в чем дело? За последние годы, если раньше те люди, которые были вокруг Путина, это были в основном очень богатые люди, основной целью и задачей которых в моих глазах, опять же, было личное обогащение и рост капитала, да, то сейчас огромное количество силовиков в стране. Посмотрите, ведь в России есть не только полиция, не только Следственный комитет, не только разведка, не только ФСБ, но еще есть Росгвардия. Это вообще неизвестно что. Есть Следственный комитет, есть прокуратура. То есть силовиков очень много. Конечно, начнется борьба за власть. Конечно, это люди, которые привыкли решать проблемы
а силовыми методами, и это очень печально. Но это, опять же, итог правления господина Путина. Ничего больше. Это он вырастил такое количество силовиков. От кого он защищается? Ну, наверное, от очень грозной и большой Латвии. Как сосед. Es tikai klausītājiem atgādināšu, ka mums šī ir saruna ar portālu Medūza ģenerāldirektori Gaļinu Timčenko. Raidījums Krustpunktā. Беря во внимание то, что очень большой, ну, такой интерес в последние дни, особенно опять про Белоруссию, хочу немножко об этом тоже. То, что произошло в прошлом году в Белоруссии, у вас был сюрприз? Нет. Нет. Вы знали, что там такая ситуация? Нет, мы не знали, но дело все в том, что очень-очень похожий сценарий. Очень грубая фальсификация выборов. Очень долго находится человек у власти. И как бы он теряет связь с реальностью. И в тот момент, когда они, посмеиваясь, разрешили Светлане Тихановской зарегистрироваться, ну, жена, ничего не будет. Мы вот тогда сидели на собрании редакционном, я сказала: «О, вот сейчас все и начнется». Потому что это как раз то, что в России называется умным голосованием. За кого угодно, только против Единой России. Понимаете? И точно так же это протестное голосование вынесло, эта волна вынесла потрясающих людей, смелых, умных, инициативных. И, собственно, больше ничего не нужно было. Появились символы протеста, и начался протест. Ну вот люди очень устали от лжи, и люди очень устали от репрессий. Вот. Другое дело, что Белоруссия небольшая страна по сравнению с Россией, с мононациональным фактически населением. Вот. Это не как в России 100 национальностей живет, да, и никогда невозможно сравнить там Вологду и Краснодар. Да? Вот. Поэтому для нас, ну, для нас не было... сюрпризом, не было сюрпризом протеста, для нас было неожиданностью, насколько единым, насколько мирным, чистым и честным был этот протест. И как жестоко, и как отвратительно, грубо с ним расправились. Вот, конечно, я не ожидала такого. Наш специальный корреспондент попал в следственный изолятор на Окрестина, был задержан, арестован, избит, его мучили. Вот. И то, что он рассказал потом, и то, что он там видел, это, поверьте, это очень страшно. Ну, смотря на Белоруссию, не знаю, какие уроки можно извлечь. Первое, то, что таким мирным протестом ничего достичь нельзя, да? Не знаю, честно сказать, не знаю. Очень многие люди склоняются к таким вещам, но, как мне кажется, не совсем так. Я, может быть, ошибусь, но я хочу сказать, что если бы в Беларуси, например, действительно началась всеобщая забастовка, если бы рабочие заводов и фабрик, и экономика встала, то, скорее всего, возможно было бы добиться каких-то перемен. Слишком мало было, да? Да, да. То есть экономическое давление тоже имеет значение. Не обязательно как бы склоняться в сторону агрессии. Если бы действительно началась всеобщая забастовка, я думаю, Лукашенко ушел. Ему бы пришлось уйти. Ну, со своей стороны, Путин посмотрел на то, что происходит в Беларуси, и тоже понял, да, что так нельзя. Да, да. Надо сразу жестче действовать. Ну вот, да. чего не отнять, того не отнять, и Россия быстро учится плохому. Есть ли какая-то надежда для белорусов? Ну, вы знаете, пока я вижу вот эти объятия в стиле «Титаника» на Черноморском побережье, когда два престарелых мужчины нежно обнимают друг друга, заверяют друг друга
в полной любви и поддержке. При всем при этом каждый обманывал друг друга не один раз, как вы понимаете. Это не дружба и это не сотрудничество. Но вцепились они друг в друга мертвой хваткой. Пока Путин будет поддерживать Лукашенко, боюсь, что надежды мало. То, что аналитики говорят, что, в принципе, Лукашенко сейчас должен отдавать и продавать Белоруссию. Да, Путину. Но Лукашенко тоже чуть хитрее, чем... Он всегда много обещает, а никогда ничего не делает. Не так легко все будет, да? Да, не так легко. Белоруссия не упадет Путину как подарок точно. Я хочу немножечко спросить о международной реакции на все. Наверное, сначала о Белоруссии, потом про Россию тоже. Когда посадили этот самолет, вроде Запад как-то так очень болезненно это воспринял на сей раз. Как вы оцениваете эту международную реакцию на все эти происшествия? Мне кажется, что это адекватная реакция. Потому что действия Лукашенко были абсолютно неадекватны. Представляете, летит самолет, в котором 400 мирных граждан с помощью боевого истребителя. Сажают самолет только потому, что на его борту находится парень, который вел телеграм-канал. Что? Правда? То есть какие силы были задействованы, какому риску подверглись мирные граждане только для того, чтобы задержать одного редактора телеграм-канала. Понимаете? То есть подвергнуты риску сотни жизней. И Европейский Союз абсолютно обоснованно сказал, так, стоп, вот сейчас уже прям совсем все неправильно. Мне кажется, что реакция Евросоюза была адекватной. А может ли что-то Европа и Америка как-то повлиять на поведение Лукашенко? Не знаю, честно сказать. Я из меня не очень хороший политик и прогнозист. Я скорее описываю события, чем предугадываю их. Я, честно сказать, не знаю. Вам не жаль, что должно произойти что-то такое особенное? Где же раньше, как говорится, международное общество? Потому что журналистика, в принципе, в Белоруссии уже последние... Особенно последние недели, еще перед этим, а самолетом, там же жестче еще, все чем... Все совсем плохо было, да. Все совсем было плохо. Вы понимаете, в чем дело? Жизнь приучила меня к тому, что вообще-то нужно надеяться на собственные силы. Знаете, такой корейский принцип опираться на собственные силы. Если есть поддержка, это очень хорошо. Если ее нет, невозможно на это рассчитывать, правда. Это должно быть дополнительным условием, но никак не необходимым. Действительно, операции рассчитывать нужно только на собственные силы. Если придет помощь снаружи, это хорошо. Евросоюз большой, интересов много, стран много, бюрократия колоссальная. Мы же не первый день на свете живем. Мы прекрасно понимаем, что даже для того, чтобы собрать такую реакцию, нужны сверхусилия и так быстро. Да? Поэтому я совершенно не сторонник резких оценок или сказать, где же вы раньше были. Занимались своими делами. Вообще-то ковид на дворе. Вообще-то никак не можем договориться даже по вакцинации. Да? А уж что говорить о таких вещах? Тяжело, правда. Все вообще в мире дается не очень легко. Особенно в наше время. Поэтому, можно быть идеалистом. Это очень выгодная позиция. Популист-идеалист, да? А где были раньше? Стучать кулаком, кричать. Это не конструктивно. В то же время с Путиным, кажется, или с Россией как-то Запад играет какое-то танго, танцует, все-таки старается найти что-то еще, подружить, что-то какие-то интересные совместные надо поддерживать. Я тоже в этом смысле спокойно отношусь, потому что, мы же не воюем все-таки. Понятно, что если можно найти хоть какой-то базис для конструктивных отношений, нужно пытаться его искать до последнего. Иначе зачем нужны политики? Тогда вы были только армией. Посмотрю, что здесь люди нам тоже что-то пишут, или как они комментируют то, что происходит.
Как вы оцениваете то, что осужденных посылает, чтобы они в Сибири строили железную дорогу? То есть в России, если... Сказать, что я в ужасе, не сказать ничего. То есть я когда прочла эту новость, сначала я прочла колонку, это РИА Новости опубликовали колонку о том, что ГУЛАГ – это очень эффективный социальный лифт. Да? У меня, честно сказать, я очень долго сидела и хлопала глазами, я думала, что я не верю своим глазам. То есть, с одной стороны, мы знаем, что, например, в России там закрывались музеи ГУЛАГа и открывались музеи ГУЛАГа только с той стороны, да, то есть, которые прославляли тюремщиков. Ну, там, например, в Перми, да. Мы знаем прекрасно, что таблички, такой есть проект «Последний адрес», это на домах, откуда уводили людей, в сталинские времена вешают табличку, что здесь жили такие люди, что люди, которые организаторы этих акций, сталкиваются постоянно с противодействием. Мы знаем, что пытаются ставить Сталину памятники, и до сих пор как бы почему-то имя этого палача вызывает какие-то вопросы у людей. Ну, бога ради. Как бы каждый имеет право на свое мнение. Но я была в ужасе. И вдруг, когда я поняла, что это колонка в РИА Новости, и слова главы Федеральной службы исполнения наказаний, и уже начинаются какие-то движения в эту сторону, я в ужасе, потому что очень четко увязываются финансовые интересы крупных структур, и экономика страны завязывается на тюремную экономику. Это означает, что рано или поздно они начнут это воплощать. Это бесплатная рабочая сила, которая, видимо, потребовалась в стране. Это ужасно. Также спрашивает слушатели, можете вы спросить, есть ли возможность как-то солидарность, я сейчас по-русски думаю сразу быстро. Выразить солидарность. Нет, это как-то, чтобы было едино. Чтобы, да, чтобы российское общество стало единой. Вы знаете, как-то я пока не вижу большого... Знаете, всегда есть... Пункт для объединения и для гордости – это либо славное прошлое, либо светлое будущее. Вот мне не нравится жить с повернутым назад головой. Славное прошлое пусть будет славным прошлым, оно уже прошло. Мне хочется, чтобы мы смотрели в светлое будущее. Но, к сожалению, его все видят по-разному. Поэтому единственное, что... Вот, например, даже я... не сторонник ни в коем случае Советского Союза, но вот у Советского Союза, например, были несколько лозунгов, которые вообще-то не должны были вызывать никакого противодействия. Например, мир во всем мире. Да? С тем, чтобы дети наши никогда не участвовали в войнах. Вот это хороший лозунг. И если бы что-то и могло объединить Россию, то только вот это желание хорошего будущего своим детям. Ты спрашивает один слушатель, а вы что-то научились по-латышке тоже уже, когда живете в Латвии? Я немножко, нет, ну в смысле, как я читаю, но я очень стесняюсь, и у меня практически нет практики, потому что и пишем, и читаем на по-русски. Так. Еще один вопрос от слушателей. Как вы думаете, почему Навальный возвратился в Россию? Это же ясно, что он пошел в опасность. Да. Понимаете, в чем дело? Как мне кажется, Алексей Навальный, он политикой занимается всерьез. Ну, прямо всерьез. И ставит перед собой реальные, настоящие, серьезные, амбициозные цели. Нельзя заниматься русской политикой, находясь за границей. Можно быть Герценом, который пишет оттуда умные слова. Но если ты хочешь участвовать в этой политике, если ты хочешь возглавлять, ты должен разделить все то, чем живет эта страна. Нельзя снаружи командовать. Нужно работать изнутри. И если это требует таких жертв, то это был его сознательный выбор. Насчет вообще ситуации в России. Уровень жизни же тоже, я понимаю, не растет. Вы знаете, растет расслоение общества, к сожалению. Я так вышла, что я была в Москве эту зиму.
Вот. И я посмотрела, конечно, как живет Москва. Ну, вот сейчас мне, ну, я боюсь, что мне припишут, там, вырвут из контекста, что называется. Но тем не менее скажу, что Москва один из самых комфортных, один из самых продвинутых, самых технологически развитых городов в мире. С невероятным уровнем сервиса и комфорта. При одном условии, если у вас есть много денег. Тогда все блага мира в Москве вам открываются. Если вы отъедете от Москвы 100 километров, картина принципиально другая. Таких точек, как Москва, на карте страны больше нет. Есть похожие, есть мощные города, такие как Екатеринбург, например. Вот. Такие как Владивосток, такие как Казань, где действительно уровень жизни большой. Но если говорить в среднем, по больнице, как говорится, да, или если не брать Москву, если исключить, когда ты строишь среднее, когда ты медиану строишь, ты крайние числа исключаешь. Вот если в среднем по стране, то да, конечно, уровень снижается, но он снижается достаточно медленно, и это результат той самой стабильности, которая превращается в стагнацию. Он, как бы, конечно, снижается. Но видите ли, в чем дело? Вот, например, была и до сих пор продолжается эпидемия, да? Но ведь Россия закрыта снаружи, но внутри не закрыто ничего. Никаких эпидемиологических серьезных мер, за редким исключением региональных каких-то местных, нет совсем. То есть бизнес-активность идет, потому что они понимают, что если они поставят экономику на стоп, они ее дальше потом не заведут. Довольно тяжелая ситуация, но тем не менее на местном уровне продолжается вся активность, никаких локдаунов, никаких Москва ездит в метро и ходит на работу, автобусы переполнены, магазины переполнены, торговые центры переполнены, никаких данных про то, что вообще-то так делать не нужно. И все эти данные очень жестко, как бы, как это сказать, их просто не берут во внимание. Вот. И, в общем, да, снижается уровень жизни. Но Россия, во-первых, большая, во-вторых, все-таки экономика очень тоже мощная, очень большая. Как упомянутый COVID вообще повлиял на вашу работу? Потому что вы же тоже, в принципе, ну как, вы Вы сейчас знаете, каждый в своем государстве сейчас должны да, сидеть. но вы знаете, это удивительно. Если бы не объявление нас иностранными агентами, у нас бы все было замечательно. Потому что именно вот то, что в первый год назад, да, весной, в марте прошлого года, закрыли Москву на 3, по-моему, недели, вот, и мы увидели отток рекламодателей, то уже во втором квартале мы исправились. И мы, в принципе, год закончили хорошо, и первый квартал пошел очень активно. Вот. А это все, что касается денег. Ну, потом нам отрезали просто выручку. А все, что касается нашей жизни, мы и так распределенная редакция. Специальные корреспонденты работают в России, новостная служба и программисты сидят в Риге. У нас есть люди, которые работают в Минске, у нас есть люди, работающие в Новосибирске, в Екатеринбурге и даже в штате, в смысле, в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Вот английская «Медуза» выходит. Вот, поэтому мы привыкли работать онлайн. И для нас ничего, мы даже наоборот, как бы мы более эффективны стали, мы стали лучше проводить наши совещания, беречь время друг друга, не перебивать друг друга, ну и так далее. То есть, но как-то мы научились очень быстро работать в этом смысле. Если бы не вот эта история с иноагентством, то все было бы нормально. Когда вам будет когда вам и, наверное, всем читателям будет понятно, что с вами происходит и какая будет дальше, А, вы знаете, ситуация? я бы сказала, что конец лета. В конце лета будет понятно окончательно, потому что мы не знаем, что еще приготовлено, какие меры против нас заготовлены, вот, и что еще будет. Но потому что в сентябре у нас будут выборы в Государственную Думу, и вот тогда и будет момент истины. Будут они окончательно закрывать все краны, вот, или что-то еще оставят. Ну и кто-то из Латвии вам тоже может помочь, если хочет. Конечно. Конечно, мы принимаем деньги отовсюду, через никаких ограничений нет, можно послать анонимно. Но я всегда говорю, как все теперь.
я раньше это мне казалось странным, что лучше пусть 1 евро, но каждый месяц, чем сразу какую-то сумму. Когда мы понимаем, как нам жить и планировать. Ну, латвийские рекламодатели к вам бы могли шли, у нас же там не было бы проблем. Понимаете, в чем дело? Да, латвийские рекламодатели могли бы к нам пойти, но мы давно дали себе слово, что латвийский рынок рекламы очень небольшой, и латвийские медиа нуждаются в этих деньгах больше, чем мы, русскоязычные. У нас вся Россия в этом смысле была. Вот, и мы, в общем-то, неплохо себе умели зарабатывать на жизнь внутри России. Сейчас отрезали, но тогда, ну что ж делать? Вы чувствуете... Попробуем жить по-другому. Вы чувствуете солидарность от латвийских журналистов? Ну, вы знаете, во всяком случае, с одной стороны, мне, конечно, немножечко обидно, что мы обычно привлекаем внимание только когда с нами случается что-то плохое, вот, а не хорошее. Вот. Но, с другой стороны, это очень приятно, что я, по-моему, за этот месяц дала больше интервью, чем за предыдущие 6 лет. Вот. Это приятно. Спасибо за внимание. Смотря на то, что сейчас дальше произойдет, просто один из слушателей пишет, ну, что хочет просто передать вам большое спасибо за вашу смелость и сказать, что они очень поддержать хотят вас. Ну, так. Спасибо большое. Спасибо. Красная кнопка прямо на главной странице «Медузы». Спасибо большое. Не успеем больше ничего спросить, потому что если начнем, тогда не закончим вовремя. Я вам говорю спасибо за то, что дали нам... уже забыл русский язык. Посвятили нам свое время и желаем, чтобы вам удалось. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за обдумчивый разговор. Огромное спасибо. Удачи вам. Tā bija mums portāla Medūza ģenerāldirektore Galina Timčenko, viena no tiem, kas veido arī šo te portālu un izveidoja šeit Latvijā. Droši vien, ka tie, kas vēlās dzirdēt oriģinālā, mēs meklēsim iespēju, es skatos uz savu producenti, gan jau ielikt sacitīklos vai ne, lai būtu iespējams dzirdēt arī tie, kas grib dzirdēt krievlodā bez tulkojuma, jo, protams, latviešu tulkojums ne visiem ir vajadzīgs, nu, tad izmantojiet iespēju lūkoties vēlāk vai ne mūsu Facebook lapā, visticamāk YouTube kanālā vai kaut kur, kur būs redzams arī oriģinālā saruna krievu valodā. Un arī mājaslapā būs šo tulkojums, man te saka producenti, tā kā, nu tad pēc kāda laika ielūkojieties. Rīt krustpunktā mēs pievērsīsimies tematam, par kur esam runājuši jau arī pirms daudziem gadiem. Toreiz pārliecinoši tap plāns, kā palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atstāt pansionātus dzīvot tādās nelielās ģimeniskā vidē, modernu, ko sauc par deinstitucionalizāciju, bet šis plāns ir iesprūdes realizācija. Kāpēc? Kādas perspektīvas ir izkustināt šo vīziju? Par to tad arī rīt būs saruna. Bet krustpunktā šodien izskan producenta Eva Junāma un sarunu vadīs savukārt es, Aidis Tomsons. Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.